Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Зоди на аппарате Nevermind. Очень больная, шизоидная, наркоманская, бредовая, но при этом классная игра. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, ведь нас сейчас опять накроет. О, как по заказу. Яху! Наркотики — это зло, ребята, запомните. Ох, елочки, сколько нам еще осталось? Две всего лишь фотки осталось найти. Ну да, по-любому эта серия будет последняя, хотя там был еще какой-то не пациент, а что-то еще, в общем, можно было запустить после этого пациента. Посмотрим. Ух. Ох, как нас кроет. Или это не кроет, или это такой спуск был, смотрите. Уи, как будто на самолете вылетаешь. Куда теперь идти? Каждый мужчина имеет право налево, так что я уже путаюсь даже в своих мыслях, потому что, блин, просто кроет, что там такое? О, блин. Здрасте. По крайней мере, он не поворачивает голову и не смотрит на меня. Ой, блин. Ты показываешь что-то, нет? Да. Как обычно, меняется поза. Что ты раком стоишь? О, исчез вообще. Может быть, сюда банку принести? Что? А, здесь банки нету. Have fun. Понятно. Нам нужна банка. Это что, это у него типа ножевые порезы, что ли? Офигеть. Офигеть, не встать. Делай то, что правильно. А что правильно? Мне бы баночку. Открой. Это что? Патроны? К чему они здесь? Еще лучше. Мне бы баночку. Что такое? Банок нигде нету прямо. Нехватка. Выбор за тобой. Да хорошо, только банку дайте. Я ведь правильно понимаю, что мне нужна банка? Вашу бать. Блин, ну было ж куча банок здесь когда-то. Куда они все попропадали? Ни одной нету. Кто-то спер. Кто спер все банки, а? Признавайтесь. Дайте мне всего лишь одну. Я, конечно, не особо представляю, зачем, но все же. Стоп. Давайте проверим. Может, все-таки нужно голову эту взять? Может, она сойдет за банку? Не, нифига.
Вот еще где может быть что-то. Нож. О, давай теперь всех будем резать. Ну, сейчас мы им покажем. Получи, получи. Как это странно было. Стоп, нож. У этого вроде как ножевое ранение, да? Так мы можем везде воткнуть, а куда нужно воткнуть? Где-то под сердце? Сюда? А! Мы сами себе навредили, походу. А, блин. А куда воткнуть-то? В ногу не можем. Сюда. А, в колено. Ужас какой. Блин. Я не знаю, куда втыкать-то. А, все правильно. А я ведь уже втыкал ему в эту руку, только воткнулась почему-то в эту руку. Хотя нажимал я в правую. Ну ладно, монета, у нас есть монета. Мы ее отдадим вот сюда. О, окей. Ой-ой-ой-ой. Здрасте. Можем вас бутылочку отложить, нет? Ну, как знаете, жадина. Играть? Да ёлки-палки. Блин. Да блин, да как же успеть? Как они каждый раз меняются просто. Опять все стоят. Да что в вас? Да блин.
Это пипец, друзья. Да ёлки. Тихо, не подниматься. Да ёлки, опять поднялся. Да что за нафиг? Опять они все поднялись. Так, надоело. Не знаю, нужно это или нет. Мне тупо надоело. Это... Его как-то остановить? Да. Ладно. Так, сюда мы не можем пока что попасть, да? И куча банок. Стоп, монетку. Сейчас мы получим монетку и купим билет куда-нибудь. Ты никогда не будешь принадлежать. 5, 6, 3. Я начал принимать еще подростком. Итак, 5, 6, 3. Нам нужно где-то 5, 6, 3 ввести. 5, 3, 4. Да не может быть, чтобы так много банок собирать надо было бы. 29 еще банок. Ты ж елочка-палочка. Стреляй-то. Окей, где еще? Походу нужно всех найти и стрелять. Да они что, бесконечные? А ну стой, а ну стой. Сколько я уже отстрелял их, а? Блин, они обратно возвращаются в положение нормальное. Я думаю, что за фигня. Так можно бесконечно стрелять. Что случилось? Что произошло? Одной фотки не хватает. Что произошло вообще только что? Меня убило или как? Я просто не понимаю. Моя не понимает.
God, just kill me now. Что? Что надо сделать? $635, ты не виноват, окей? Еще банку надо. Две банки еще нужно найти. Хорошо, это мы сможем. Я надеюсь. Блин, было ж куча банок. Вот. Блин, тут банки были только что. Да пипец. Мне еще банка нужна одна. Давайте искать. Да что у вас? Есть. Идем, идем, идем. Так, 635. Да что опять? Да что опять происходит? Ну, 635 я, по крайней мере, сделал. Что же опять происходит-то? Почему через какое-то время я тупо, без причины, просто тупо вот умираю? Уйди. Возможно, просто ограниченное время, которое может там находиться. Типа задачка на время. Ну, 635. Есть другие такие, как ты. Окей. У меня пока что других вариантов, друзья, нет, что делать. Кроме как... Да, отпор своего 653, да идите вы нафиг. Дай отпор. Отстреляйте. Не могу выстрелить. Вот, получилось. Взять. Я. Я ничего не могу сделать с этими, с ними, в общем. Что это было? Это не я стрелял. Приход окончен.
оперный театр. Еще лучше, это больная, больная игра. Ух. Ну, зашибись. Это ненормально. Вот это ненормально даже для этой игры. Это вообще, это, я не знаю, это вообще ненормально. Это болезненная степень ненормальности, я бы сказал. Ворота какие-то. Что за звук? Твою ж бать, я не знаю, что делать. Сейчас вообще тут делать-то вообще в принципе нечего. Вот я просто хожу и все. Я же не думаю, что мне нужно на огонь сюда зайти вообще. Я еще не настолько отчаявшийся. Давайте попробуем сюда зайти. Ну, походу, у нас нет выбора. Походу, надо идти именно чисто в огонь. Сгорать. Так как больше я не вижу, куда еще можно было бы пойти. Да, толку от огня. Что-то здесь подсвечено. Никакого толку от огня. Мы даже сгореть не можем. Такое ощущение, будто бы где-то должна быть фотография. Только где? Звук пропал, кстати, скрипящий. Вы заметили? Снова появился. И вообще невозможно понять, откуда он исходит. Да, вот фотография последняя. Я был воином. Я хотел спасти мир. Итак, у нас есть все 10 фотографий. Выпустите нас. Выпустите меня. Итак, давайте. Это самое сложное, потому что вообще не понимаю ничего в этой истории. Допустим. Нет, не так. Безопасности.
Может быть, вот так вот? Нет. Нет. Да что такое? Я не представляю, друзья, в чем же дело. В общем, что в этой игре не так, это то, что некоторые задачи, но абсолютно нелогические. То есть тупо вот, надо вот так вот делать наугад, а вот что-нибудь и сработает. Потому что по-другому я просто не представляю, как еще можно решить эту задачку. Это еще что такое? Понял, подсказка. Лишние исчезают постепенно. Вот как можно решить. Ну вот смотрите, ну я был воином, да? Взаимосвязано с чем? Иногда, чтобы сохранить одно, нужно разрушить другое. Перестаешь различать, кого спасаешь, кого уничтожаешь. Давайте вот этот сюда, вот этот вот сюда. Ой, нет, я не перепутал не то. Вот это. Может, вот так? Нет. Давайте что-нибудь куда-нибудь поставим, просто чтобы еще поисчезали лишние. Тогда будет легче. Уберите еще одну. Уберите еще одну фотку. Возможно, конечно, это я туплю, друзья. Возможно, я туплю. И здесь все логично, но этой логики как-то не вижу в упор. Так, еще минус одна, окей. Может, вот так. Есть. Угадал. И все равно, как я и считал, правильно, именно чистая полоска воина, разрушения и так далее. I've been running from my past for so long that I forgot what its face looked like. I see it now. I see it in the faces of my brothers and sisters. I see it in the faces of those I killed. When I killed my first, I died with him, you know. With every drop spilled afterwards, I felt like I became less human and more something else. Once you understand that death is breathing down your neck, flirting with your friends,
cradling your hands around a trigger, you just can't come back from that. Mistakes sometimes look like victories, and victories sometimes become mistakes. In the end, it's all just blood and war, and yet you live them over and over and over again. Thing is, I never came home from war, but this other monster did. This monster doesn't belong in civilian life. I was a prisoner in my own rage and self-loathing, trapped by nightmares and constant fear. Any noise, smell, or sight could push me off a ledge into hell. The roller coaster at that carnival must have been a real doozy. All I remember is hearing the screams and then feeling nothing but excruciating confusion. Smothering it all on something else seemed like a good idea. It wasn't. It helped take the edge off, but only pushed me further into the darkness. I didn't care. I hated everyone. All those ungrateful idiots who could never understand what those who lost their souls went through to protect them. And yet I so longed to be part of it again. I lost myself. I was a ghost within shadows. I know I'm not alone. I know I can get help if I ask. The ghosts won't stop following me no matter how much I try to forget or exorcise them with drugs and booze. Perhaps now I can reach out my hand. Not for spare change, but for backup. I guess I could use a little backup for this one last battle. Итак, еще одному пациенту мы помогли, еще одного пациента мы вылечили. Это был бывший вояка, бывший солдат, который тяжело пережил боевые действия. Но, судя по всему, это еще не конец. Вот что осталось еще. Давайте посмотрим, что это такое. Ну, это не пациент, как бы это... Давайте посмотрим. Прервать сеанс? Зачем? Возможно, это титры такие? Или нет? А, какая гадость! Или что это такое? Все началось по кругу. Нет, не по кругу, это новое уже. Некоторые периодически меняются элементы. Может быть, опять-таки реально стилизованные такие титры, что ли? Ну ладно, понятно, что это просто такая вот мини-галерейка и все. Тут уже не геймплей, не игровой процесс, а игра, по сути, вот она вся закончилась. Что мы можем сделать? Больше не можем сделать ничего. Знаете, что я считаю? В принципе, довольно-таки классная система, то есть теперь можно выпускать DLC, тупо добавлять вот новых пациентов, добавлять каждый пациент, каждое новое приключение и так далее, то есть
Итак, что можно сказать об этой игре? Кстати, давайте посмотрим. Возможно, что-то изменилось теперь здесь. Сектор А. Нет, ну мы ведь прошли полностью игру. Разве не так? Ну так что можно сказать об этой игре? Эта игра ненормальная. Эта игра больная. Это шизоидная игра, которая стоит потраченного на нее времени, друзья. Это реально, не знаю, мне понравилось. Мне понравилось играть, несмотря на то, что я был в таком ощущении, что за нафиг постоянно, непрерывно, но... Блин, это было круто. Это то же самое, как играть в Stanley Parable. Да, я не устану сравнивать эту игру с игрой Stanley Parable. Даже, можно даже еще поспорить, какая игра более больная. Либо это, либо Stanley. Кстати, интересно было бы узнать ваше мнение. Напишите в комментариях, как вы считаете, какая игра более больная. Данная игра или же игра Stanley Parable. Большое вам спасибо, друзья, за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А с вами, как обычно, был Зоди. Удачи вам, друзья. И встретимся в следующих видео. Пока-пока.